Эти муравьи хотят кушать, но они не пойдут на поиски еды, ведь их челюсти не особо приспособлены к перемалыванию пищи. Им нужен тот, кто сделает всю работу за них. Для этого подойдут муравьи другого вида, которые были замечены разведчиками неподалеку. Несколько особей будет недостаточно, поэтому для атаки будет подготовлена диверсионная группа из нескольких тысяч муравьев, которые ворвутся в муравейник. Их цель – унести как можно больше личинок. Так как муравьи узнают друг друга по запаху, то пока личинка подрастает, киднепперы будут смазывать их выделениями из своих желез, чтобы те привыкли к запаху, присущему данной колонии. Подрастая, черные муравьи будут уверены, что находятся у себя дома. Они будут искать пищу, пережевывать и кормить этим коктейлем своих хозяев. Следить за порядком и присматривать за потомством, совершенно не догадываясь о том, что попали в рабство.